Всем огромнейший привет! Меня зовут Наталья, и я люблю вышивать и рукодельничать. Вы на канале «Рукодельный сериал», и я показываю свою очередную четырехдневочку. Небольшой основной процесс этой четырехдневки. Сегодня 5 июля, и я достала свой процесс от Dimensions, дизайнера Debbie Mom. Вот такой вот баннер с совушкой. Сегодня уже идет третий день моей четырехдневки, и я не смогла уделить внимание этому процессу, то есть 2 дня у меня упущены. Снимаю с рук прямо на коленке, пришла с ночной смены. Очень хочется спать, но чувствую, что не засну, потому что дела меня терзают. Хотя бы вот взять вышивку этого баннера, еще хотела снять рецепт, как я закрываю кабачки. И вот поэтому я чувствую и не засну. Решила взять в руки, повышивать вышивку. Вот здесь у меня совсем-совсем немножечко вышито. Вышиваю сейчас 2-ю ниточку. Немножко пришлось распустить крестиков, потому что когда начинала, вышила несколько буквально крестиков не там, где нужно. Ну вот, выпутала их. А сейчас вышиваю коричневыми оттенками. Как-то мне скучновато после ночной смены вышивать коричневыми оттеночками. Вот эту вот грудку совы вышиваю. Такая она смешная. Это сова. Ну, не знаю, процесс вроде бы легкий. Схема крупная. Посмотрите, какая крупная. Самое интересное, что когда работа маленькая, то схема крупная. А когда работа большая, то схема милипиздрическая, я бы сказала. У меня тут канва айвори идет. Очень она плотная, такая вот стоячая канва. Мне нравится, я люблю. Пяльцы у меня уже на ладан дышат. Уже не знаю, сколько времени я собираюсь купить себе маленькие пяльца, но все забываю. Ну что ж, в общем, вот такая у меня картина на сегодня. Не знаю, сколько успею я вышить за эти 2 дня этого процесса. В ночь вышивала, как всегда, «Звездные войны». Продвинулась в основном, там полукрестом вышивала фон. А в дневную смену вышивала примулы. Все, как и всегда, потихонечку продвигается, продвигается, продвигается. Это снова я решила отснять все-таки, что же я навышивала с тех пор. А навышивала я сову. Вот так она у меня выглядит на сегодняшний день. Вот так она выглядит на картинке. И так она пока что выглядит у меня. Ниточки, сова, красота. Вот столько у меня получилось вышить в течение этих 4 дней. Ни много ни мало. Вышивалась легенько, душевненько. Я довольна, что у меня уже сова имеет крылья, глазки, клювик. И вообще она уже почти готова. Так что вот такая картинка у меня на сегодня. Ой, спасибо 4-дневкам, а то бы я даже и не знаю. Лежало бы это все у меня мертвым грузом, мертвым капиталом. А так вот вышивается потихоньку, понемножку. Вот, грибы, это вообще что-то. Кстати, у меня здесь уже и домик начинает вышиваться. Ой, какой яркий сюжет будет к осени. Особо никаких приключений у меня не было с вышивкой этого сюжета. Так что ничего больше показывать не буду. И до новой встречи.